Утро. Все спешат по своим делам. Но успеет, к сожалению, не каждый, так как этому мешает выпавший не кстати снег. Вообще нигде не чистят. Дороги скользкие, снега очень много. Вот для автобусов дороги и те не чищены. Некоторые участки вообще не очищены. Просто очень сложно идти. А почему не чистится? Как считаете, кто виноват? Я думаю, администрация города не дорабатывает. Потому что вот у меня сейчас приехала дочь из Ступино, сказала, что в городе значительно чище. Справляются, видимо, успешнее. И насколько хорошо убирают снег? Так вообще убирает. И улицы все чистые, куда ни пойди, все везде, порядочек везде у нас видно. У нас же город самый красивый. Мнения пешеходов относительно выпавшего снега разделились. Но что же по этому поводу думают водители? Дорожная ситуация всегда напрягается, такие морозы, когда снегопады обильные, конечно. Но что поделать, уборочной техники все равно негде работать, постоянно дворы забиты. Машинопоток большой. Но вот вас как водителя устраивает то, как убирают снег? Не успевают, потому что много выпадает. Я думаю, что просто не успевают. Трактора у нас здесь чистят. Утро сегодня выдалось снежное, поэтому, чтобы помочь родному городу, мы сами взяли лопаты в руки. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.